Алла Борисовна, дисплазия шейки матки, всегда ли это означает рак? Начну с того, что дисплазия, дисплазия рознь. К нам иногда приходят пациентки с глазами полными ужаса и слез, потому что ей поставили дисплазию, и завтра она собирается умереть. Это смешно. Потому что дисплазия далеко не всегда вообще требует какого-либо лечения, а только наблюдения. Далеко не всегда, а всего в 20% случаев может переходить в злокачественную опухоль. И это делается не мгновенно и не быстро. Там есть достаточно такой большой промежуток времени, в течение которого это происходит. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы адекватно пролечить, если нужно, женщину, имеющую дисплазию, с тем, чтобы она была защищена на будущее и не перешла эта дисплазия в онкологическое заболевание.